Подруги, козы! Да! Они что, забодают? Меня. Так, не бодаться, не бодаться, козюшки. С георгиевской ленточкой какая прикольная. Сейчас они будут шарахаться. Ну ты аккуратнее. Это не дело. Идемте, девчонки. Ой. Капелла нельзя. Нельзя. Сейчас тебе разок со лба заедут, и все. И не будет капеллы. Пошли, пошли. Капелла. Пойдем, пойдем. Смотрит такие, у одной морду перекосило, другая лыбится стоит. А у нее ладно такая морда. Пошли, нельзя, пусть. Все, погнали. Капелла, нельзя. Вперед. Ничего себе собаки. Привет. Все? Так ты здороваешься со всеми? Здравствуйте всем. Понятно. Всем привет, ребят. Я думаю, многие из вас, кто давно нас смотрит, узнали маршрут. Мы идем на Мясцо 2, шашлычок, но на этот раз мы более подготовлены и не торопимся абсолютно. До захода солнца у нас где-то часов 5, у нас 1,5 кг шашлычка, если быть точным, 300 кг, да? Угу. Вкусного, самого вкусного из всех наших походов в этом году. Мы еще не пробовали, что-то как-то... Ну, на запах вот мне показалось, что это самое будет вкусное и на вид. Там есть чуть жирок и очень сочненькая мякоть такая. На улице жарище, наконец наладилась погодка. Не знаю, насколько это все дело продлится. Там уж завтра, может быть, выпадет снег. Дожди? Ну вот, значит, мы в единственный классный день выбрались и замутим классный шашлычок. Насчет более подготовленные мы взяли с собой не только тупо шашлык, ковришки, мангал. Я взял второй аккумулятор, ребят, никто ничего не пропустит. По крайней мере, я точно. Ну, идем мы примерно на то же самое место. Может быть, конечно, что-нибудь новенькое там исследуем, куда-нибудь подальше пройдем и в новом месте остановимся. Ну, скорее всего, примерно там же. Капелла. Но поход этот опять такой внезапный. Да, поход внезапный. Мы вообще собирались идти в парк. Культура, но сегодня... Да, сегодня День России, а мы праздники не любим, там скопление людей, поэтому... Ну его нафиг, мы решили пожрать шашлык. И, ребят, вообще, этот видос, ну то есть следующий видос, который я хотел выпустить, он должен был быть ответ на ваши вопросы, на ваши там комментарии. Но, ну и мы решили сделать его как типичные блогеры, а в стандартной для блогера обстановке. Сели оба перед камерой, я там заскринил ваших вопросиков, засняли. Сразу скажу, что перед тем, как записывали это видео, я всю ночь до 7 утра монтировал сухостой. Поэтому состояние было не айс. Ну и, в общем, видос на самом деле не получился. Я даже не захотел это сам смотреть, поэтому, ну ее в пень. Я отвечу на все ваши вопросы, которые, в принципе, запомнил, наверное, сегодня в этом влоге. Фух, жарище-то прям на самом деле жарище какая-то. Да, надо было какой-то купальник взять. Начинают всякие букахи летать. Взросло-то все быстро, резко. Мы даже взяли с собой одноразовый мангал. Единственное, что мы забыли взять, это бумажки, да? Спам с подъезда. Ну и как бы хрен с ним, что найдем что-нибудь. Он везде валяется, это всякое. Все. Ну и так, что, начнем. Это, наверное, больше будет посвящаться новым зрителям канала, но на самом деле фиг его знает. Много-много в комментарии приходит вопросов, однотипных вопросов. Такой вот нестандартный влог с ответами на вопросы. Начнем. Где вы живете? Не, самое-самое банальное. Меня зовут Виталий Пиганов. Это моя жена Елена Пиганова. Это наша собака Капелла. Капелла? Капелла Пиганова. Капелла Пиганова. Мне 28 лет. Ей 29 лет. Капелле 1 год и 1 месяц. На данный момент. Смотрите время загрузки видеоролика, и вам многое прояснится. Живем мы в городе Самара. Ну, да, есть такая деревня, где-то на просторах Российской Федерации. Что там было? Как мы с тобой познакомились, да? Да. В общем, как мы познакомились? Я не помню. Ты помнишь? Нет. И она не помнит. Никто не знает, как мы познакомились, скорее всего, не осталось такого человека, который бы помнил, как это происходило. Просто мы были очень маленькие, лет 4, может. 5. Ну, где-то так. Ну, короче. 4, кому-то 5. Маленькие издюки. Ну, я помню некоторые моменты с детства, она, соответственно, свои моменты с детства помнит. Ну, какие-то ты помнишь у меня, ну, маленького, конечно, помнит. Сильно дофига мы в одной компании не тусили, упорно, так сказать, не общались. Но с самого раннего детства я помню, что я был в нее влюблен. Ну и периодически виделись, не виделись, виделись, не виделись. И года 2 назад увиделись. И больше, и больше не расставались, да. Да. Максимум я в командировку только уезжал на 3 дня, по-моему. Двое суток, да, 2 ночи. Двое суток, 2 ночи. Прожила
парни. Тогда еще парни. Это были муки, мученые. Там был вопрос, после какого времени брака появилась капелла. Капелла появилась до брака, за месяц, практически ровно. Ну, это не имеет значения, короче, за месяц. Все очень внезапно получилось. Нам ее подарил племянник, у которого есть кобель хаски. У этого кобеля хаски свел, ему за случку дали капеллу. Ну и так получилось, что мы созвонились на канале нашей свадьбы. А он хотел на канале, накануне нашей свадьбы, а он хотел продать, собственно, эту сучку. Ну, а сучка мне понравилась, я вообще издавна хочу собаку. Я вообще сучек люблю, да? Вообще сучек люблю. Ой, блин, как все тяжело-то уже. И, короче, такая тема, что, ну, так получилось, он нам ее задарил. Я просто Свадебный подарок, да. На следующее утро я просто встал, поехал к нему на тот момент еще в Новокуйбышевск, недалеко от Самары. И забрал капеллу без наличия у самого себя бабла, отдал ему 10 копеек. Ну, знаете, вот эти приметы там... Говно всякое. Вот, короче, я, ребят, отдохну. У меня сейчас рука нахрен отвалится. Место нашли. Не знаю, как мы здесь расположимся, но будем экспериментировать. Не, на том месте, короче, чуть не попались все вместе в колючую проволоку. Ищем другое. Это было непросто. И нам реально повезло. Просто уходил с одного места мужик, освободил нам местечко. Такое прикольное. Под плакучей ивой. Я пошел за дровами. Взгляд, блин. На, понял? Все запуталось. Нормально. Освежил, да? Все, обиделся. Пошли, все, давай. Третий, пойдем, все. Добытчик. Аккуратненько. Откуда дровишки? Да, за Набу ходил. Там, кстати, змея какая-то ползает в этой куче. Уж. 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 Что ты скажешь? Трясогусь. Эй, трясогусь, стой. Стой, мелкая, ты засранка. Как у нормального шашлычника прям все. Удалек успевает, я вот. Мяско красивенькое. Свеженький, туда подгоняю прям. Еще. Многие из вас спрашивают, когда или типа устрой встречу вообще.
или при скольки там подписчиков будет встреча. Ну, вообще не проблема, я только за, ребят. Так что, ну, те, кто хотят встречу, в комментах под этим видео пишите либо хэштег встреча, либо давай там, давай словимся, я не знаю, что-нибудь пишите относительно встреч. И обязательно что-нибудь с вами придумаем в ближайшее время. В общем, договорились. Отдыхай, малыха. Был еще вопрос, почему мы назвали собаку именно Капелла. Ну, Капелла — это моя любимая звезда. Так уж получилось, что родился я в северном полушарии. И так получилось, что она мне, блин, понравилась. И как бы все. Об этой звезде можете посмотреть там в Википедии. Там дофига информации. Тут у нас уже почти все готово. Отлично. Жена решила проэкспериментировать, я вечно боюсь таких экспериментов, взяла какой-то кичунес с горчицей, короче. Понятно, да. Просто что за кетчуп с горчицей? Мы, конечно, мутим дома там мазик с горчицей, но это там понятно, можешь сам разговаривать. Ну, сейчас тоже все понятно. Короче, я пробую. Это вроде как на вид самый вкусный шашлык. Обжегся. Как-то резиновенько. Кетчуп. Кетчуп? Кетчуп как кетчуп, вообще непонятно. Удобно? Дай пять. Давай, давай пять. Ну дай пять. Капелла, дай пять. Дай пять. Капал, дай пятерку. Молодец. Сразу говорю, Капелла свою порцию не получила и не получит, и свинину нельзя. Не попрошай ничего, чё ты? Да? Нет? Споем. Сейчас спою. Ну и что еще скажешь? Играю на собаке. Так как угли ждать долго, у меня есть одна хайповая штучка. Я не могу на это долго смотреть, дерьмо какое-то. Ой. Че ты? От счастья поешь. Капал, что ты спряталась? Запуталась. Оп. Иди вон, искупайся, если хочешь. Иди, охладись. Охладись немножко. Вот. Ну? Я боюсь. И чё? Иди первый. О! Ха-ха-ха! Е-е-е!
Я знал, что будет интересный кадр. Капелла, иди сюда. Я думал, ты сейчас полностью туда свалишься вообще. Все, как освежило? Капелла дернула жену. Получилось это. Капелла, я тебя отомщу как-нибудь. Нормально? Нет. Мы сговорились с ней специально для этого. А ты чё, какой-то скучный волк, ничего не происходит. Раз и на тебе. Освежилась, улыбается, идёт. А так я прям думаю, блин, сейчас она как бочком туда войдёт. Добрый муж, хороший собак. Мокрая жена. Друзья, еще одна крутая штука, которой хочу поделиться с вами. Ай-яй-яй-яй, кусают. Вчера принял решение, и чтобы более ответственно подойти к этому решению, я решил поделиться им с вами. Хотя, на самом деле, это ничего не даст. Все знают, видели там в моих видосах, я курил. Курил, на самом деле, у меня стаж уже 15 лет курения сигарет. Пил пивасик, не только пивасик. Мне все это, короче, достало. Я устал кормить компании, которые травят нас. Меня реально бесит там и курение сигарет, и вкусы, и последствия потребления алкоголя. И поэтому со вчерашнего дня я официальный ЗОЖ. Комар. Ну, не то чтобы прям совсем ЗОЖ, да? Но, по крайней мере, я не буду употреблять такие вот негативные штуковины, как сиги, пивас и прочие алкогольные напитки. Посмотрим, насколько в этот раз меня хватит. Бросал я уже не один десяток раз. Главное, я принял это решение обдуманно и бесповоротно. Поэтому, как вас там зовут, кто производит сиги? Я больше вам 3 рубля в месяц не буду отдавать. Ребят, я тут хайп нашел. Хайпят постоянно. Копьё. Ты маламут? Может быть, ты лайка? А? Дворняга. Дворняга. Ты дворняга. Нас нагнули. Ты же не хаски. Капелла. Волкобака малалайка. А? Копьё. Да? Так. Маламут. Маломут. Баламут. Баламут. Капелла. Тебе похер? Да вот и мне похер на все, что они говорят. Они же ничего не знают. Правильно? Ну и все.